подписчики, наш канал, с вами снова я, Вирус. Да, легендарная двоица собралась вновь, да, и сегодня мы будем играть в Лаки-Блоки, в Майнкрафте, да? Это лучший день в моей жизни, потому что мы наконец-то смогли снять оба видео вместе после разговаривали. Да, сегодня, кстати, у Форги день рождения. Давайте его обязательно поздравим в комментариях. Да, обязательно. Я бы хотел услышать ваши поздравления и набрать на этом видео 50 лайков в честь моего дня рождения. Но бывает всего лишь раз в год, и вам, блин, тыкнуть на ту кнопочку внизу лайк и подписаться на мой канал. Да, это очень важно. Вы сделаете одну маленькую вещь и подпишитесь на Зефирус, а нам будет приятно очень, потому что мы знаем, что это все не зря. Да, мы знаем. Да, ребят, именно ваша подписка показывает, что мы не зря трудимся, снимаем видео каждый день. И, как видите, это первое видео, где мы можем нормально уже говорить. Вот. И это все благодаря, опять же, ваших лайков, подписок и так далее. Поэтому понимаете, чем больше лайков и подписок, тем больше наше старание. Да? Да. А почему я не могу ломать Лаки-Блок? Что? А! Стой, ты не можешь... Почему ломать и открывать сундуки? Это сейчас, я тебе оператором сделаю. Вот, можешь уже, да? Сейчас. Нет. А, да, могу, все. Так, все, ладно. Ребят, и кстати, когда мы доломаем все эти святейшие Лаки-Блоки, то у нас будет ПВП, поэтому что ж. Как вы видите, да. А почему мне ничего не выпало? Ой, а мне выпали алмазные штаны и вот этот, и кожаный ботиночек. Повезло, повезло. Ого, тут кирка. Этот, 64 земли, 64 камня. Угу. В сундуке вообще. В сундуке полный лут. И саженец зуба. Это не книга зачарования, это просто книга. Угу. Я уже, кстати, дерево почти доломал. Лаки-блокное. Логично. Сейчас. Возможно, ну тоже неплохо. Пригодятся для всяких... Железный кусочек чуть не упал, как ты. Ого! Прикинь, мне тоже чуть железный кусочек не упал практически сейчас. А вдруг у нас одинаковый лут? А вот я... Да ты не я. Блин, надеюсь, что будет одинаковый лут, потому что на ПВП тебе Твою мать, мне наконец-то выпала броня. Наконец-то штаны и обувь выпала. Стой. Здесь есть какой-то мод, типа супер длинные мечи какие-то дешевые? Нет, тут нету, но есть... Ну, кстати, есть еще есть один у меня мир, плоский мир Лаки-Блоков. Поэтому чем больше наберем лайков, тем интереснее будет дальше. И там есть такие... А у меня тоже есть разные Лаки-Блоки, помните, мы снимали? Надеюсь, ты видел это видео. Ну да. Так, ну я уже дерево раздолбал, пора. Сейчас. Мне показалось, что это роковый, но это деревянный. Что деревянный? Меч. А. Какой-то краситель черный. Ну мне какая-то хрень выпадает из Лаки-Блоков. Мне тоже. Столько для брони и железная лопата. Все как мне надо. Я всегда этого хотел. Да блин. Я хотел счетчик света 3000 ультра про. Твою мать, тебе очень везет. Но у меня даже... У меня нормального оружия нету. Все, это я проиграл. И железная броня, алмазные, короче, штаны и этот... И обувь из... Повезло. Кирилл очень везет сейчас. Но я надеюсь, то, что мне хотя бы в конце хотя бы будет вести как-то. Какая-то хрень. А я у меня... А ты там с креатива ничего случайно не берешь? Нет. А, я услышал, что ты там нажал какую-то кнопку. Понятно. А что еще креатив нужно врубать? Ну, ты можешь врубать креатив, потому что ты оператор, но я тебя могу сделать посетителем, если хочешь. Не смогу ломать блоки. Ну, поэтому не включай. Арбуз, да. Сейчас.
Ща. Мне бы... Ничего не надо. Нет! А, хотя да. У меня же есть эти элитры. Что там? У меня, короче, элитры упали, хоть они были на мне. Короче, не поймешь. Блин, опять элитры. Видимо, жителя застрелил, да? Что? Помнишь, ты вчера нигер застрелил? Да, помню, как я нигера застрелил. Было дело. Если вы увидели видео с лакиблоками раньше, чем видео... Если что, это сразу такая... Спойлер. Пасхалка выйдет сегодня или после... Или послезавтра выйдет, как его... Как я застреливаю нигерсов. На моем канале, если вы хотите видеть, то да. Обязательно заходите. Оно выйдет. Блин, мне куча одинаковых падает, это уже бесит. Алмазная головашка на голову гоняет. Повезло. Да блин, тебе везет очень люто. Фух, ладно, ничего такого. Капец. Все мои эмоции за видео. Да блин, мне реально какая-то хрень падает. Сейчас. Блин. Некуда просрать. Так, я выкидываю ненужную. Арбузинка мне еще пригодится. О! У тебя сегодня день рождения, да? Да. Я тебя, короче, тортом угощаю. Майнкрафтерским, да. Все равно... Майнкрафтерским. Ой, так у меня же есть этот, как его, стойка. А знаешь, что значит, что у меня есть стойка? Я смогу сделать дополнительную для брони. Я, короче, сейчас стойку поставлю. Блин, я хочу, чтобы мне из лаки-блоков выпал конь. Мне это очень надо. Чтобы... Конь? Да. Чтобы броня коня не пропадала зря. Да блин, а что у меня так быстро забивается инвентарь мусором? Ну. Жиза, не знаю, жизоид. Шиза или жиза? Жиза жизоидная. Шизоидная. Оскорбил, ух. Блин, ну у меня ничего толкового нет. Замочили на тупом фурге, он оскорбил жизу. Шизу. Помянем жиза, что ты? Кто ты вообще такая? Просто о, покебол, покемона буду ловить. Зажигалка, смотри. Ща, ловлю, погоди, давай, раз, два, три. Не, не могу ловить, давай, раз, два. О, я полетел! И к тебе. Блин. Надеюсь, инвентарь сохраняется. Хотел кинуть покебол, в итоге упал. Покебол? Блин. Покебол. О, привет! Блин, лететь... Где мой остров? Сейчас полечу. Интересно, где... Полетел! Да ну, не долетел! Автобус не доехал. А бобус не доехал. Так где? Да, короче, все, ладно, все. Что там? Теперь у меня есть скрытый потайник внизу под моей, моим лакипочной. Спасибо, что сказал, О, прикольно. Оп, давай забираем. О, убегаю, лечу, я полетел. Блин, не могу долететь. Нет. Честно? Ладно, сейчас верну. Все честно, оно было в открытом доступе. Выходи, бабуин, лови. На, сначала Гуччи тапки. Гуччи тапки? Да. Что ты бабуина взываешь? А что ты так на присядочке, как гопник тому? Да вон штаны. Гуччи Прада. Так, и это, все. Все, у меня стойка. Зачем ты меня толкнул? Ах ты, я не улетел. Я еще броню должен, стойку и шлем. Бомбеж.
Блин. Что, на? Еще и броню, и на голову что? Хорошо. На. На. Ой. Короче, плевать. Блин, не помню, это чье уже. Все, забирай. Хорошо, на. Макака не доехал. Сам ты такой, нечестно обзываться. Я не так в мысли, макака это животное, это не обзывательство. Короче, все, я беру креатив и лечу обратно. Это вообще... Ну, блин, да, шо я. Сейчас, все. Сейчас PowerPoint тебе надо поставить. Надеюсь, ты тут не будешь возрождаться. Полноценные, которые есть в этом мире вашим блоком. Прикинь, мы уже 11 минут эту фигню записываем. Понимаешь, 11 минут это мы. Я думала, это видео на 5 минут затянется. А уже 11 прошло. Ну, это значит то, что мы слишком забивные для этого. Ура! Наконец-то тотем сраный выпал. Все. Только... У меня есть лаки болт. Фаербол, яйцо, изгусток магмы, плод хоруса, пузырек с чернилами, кусок рая, кот. А где ты сейчас, какие блоки, лаки-блоки ты открываешь, которые внизу? Где? Ну да, которые внизу, в основном я наверху уже почти все сломал. Так, ух, так, стоп. Все, я выиграл, считаю, у меня топ-меч. Все, я выиграл. Какой еще топ-меч? Покажи. У меня железный меч, это победа, все. Мне еще этот шлем алмазный. Что? Что как? У тебя алмазная броня? И стержень края. Да почему, когда мне везет, то тебе тоже везет резко. Железный меч! Да блин, какого хрена? Да мне выпало. Все. О! Железный меч. Чел. Костер. Хочешь прикол? Костер. Хочешь прикол? Я полетел не на свой остров. Хочешь прикол? Где мой... Вот мой остров. Блин, полетел не на свой остров. Гениально. Хочешь прикол? Какой? Я хочу срать. Ну иди сри. Сви. Вот так снимай видео и сри. Все. Давай, короче, сейчас остановимся. Все. Я на стоп ставил, я пойду. Ну, давай, я буду пока... Короче, пока Форги идет срать, мы записываем видео дальше. Ребята, вы знали? Сейчас. Кто-то мусор выпадает. Все. Ты посрал? Мы продолжили. Да. Хорошо, поздравляю. Такс. Шо-ш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 о
Ну, надо, кстати... Мы уже где-то 14 минут, понимаешь? Мы их сколько? 15 минут уже, понимаешь, записываем это сраное видео. Просто как ломаем лаки-блок. Спуки. Это так в другом не надо, и Митчик долго этого не выбивать и выбить. А что ты выбил? Что ты выбил? Я знаешь, что выбил? Что? Алмазный нагрудник, а ты хоть из креатива вышел? Ну да. Айдер Пиорл выпал. Повезло, повезло. Это говно выкидываем. Ах, инвентарь забит говном. Ну. Очень железо. То есть железо, золото. Что мне только что выпало, интересно? Ничего особого. Блин, а как думаешь, вот подписчики обрадуются тому, что теперь нас будет вообще слышно видео?
Ну да, конечно. Я думаю, что пиздец как обрадуется. Поверь. Понимаешь? Можешь таки вот так вот это вот. Не надо. Ребята, ну вы понимаете, что надо делать. Ставить лайки, подписываться. Что круче, кольчужные ботинки или железные? Да, ребят, напишите в комментариях, что лучше, кольчужные ботинки или железные. Интересно просто услышать. Да, ребят, кстати, хватит хейтить Форги, а то реально уже надоели постоянно его как-то матюкать. Давайте вот дадим Форги второй шанс, он все-таки тоже человек, он имеет право на второй шанс тоже. Поэтому давайте ему дадим хотя бы один раз второй шанс. О нет, ну пипец. Что? Ну только что зачаровальный стул упал в бездну, и вот эти кусочки из варенья. Повезло! Это пиздец как повезло. Все, теперь я могу себе улучшить. Ладно. Так, сейчас. А тебя что? Что? Все, я бог. А что это там? Это тут там имеет моего мадака. Иди сюда, ботяра, покушай. Ну, я подойди хотя бы ко мне. Нет, тут не надо меч использовать. Нет, тут меч это чит, чел. Лучше не используй. Ха, ТП не меняй. Конечно, хрен тебе. ТП-хайся на здоровье, кому хочешь, но не ко мне. Да ну как, алло? О, у меня тотем. Хуило. Вот зачем ты меня столкнул? Что за... Давай обратно тпхаемся. Тпхайся обратно. Опа, я идеально тпхнулся. Ребята, ну тут надо уже однозначно лайк ставить. Дрим, ты что, Дрим? Это ты Дрим? Че тебе так повезло? Ты, да, ты Дрим, это Дрим, ребята. Он на самом деле Дрим. Бла-бла-бла-бла. Что за дичь? Мне не везет, мне вообще не везет. Какого хрена ему выпал крутой имбовый меч, а мне ни хрена не выпало. Короче, все, это говно уже надо выкидывать. Все, я выкидываю тогда уже ненужные вещи, уже сундуков не хватает. Будь как Форги, чтобы быть как Форги. Логично. Безумно можно быть первым. Безумно. Короче, ладно, все, пора ускоряться. О, опять тотем выпал. Лол, я его только что потеряла, опять тотем выпал. Имба. Таким мечом уже бог. Бездомный бог. Да боже. Итак. А не забывай, что мне тоже может выпасть меч, поэтому что? Это имба. Сука. Ой, ну ладно, блин, это вообще имба выпала. Все. Что тебе выпало? Не скажу. В бою. Что там макак ржет? Что там такое? Что там? Что ржет? Шиза? Что там? Что там? Мне страшно уже. Пипец! Второй меч? Да? Знаешь, что мне выпало? Второй меч. Мне знаешь, что мне выпало? Ну что? Письмо человека. Чё, Рил? Пруфани. Сейчас ты пэхнешь. Не увидишь. Что за... Ему хуй Шрека выпал. Мне уже страшно, что он там выбил. Так, стоп. Ну, давай показывай. Что там? Хорошо. Где? Ты писал Шрека. Где? Это зелье. Это писал Шрека.
Ладно. А покажи, что тебе такую имбу выпало. Не. Ну покажи, я тебе показал письмо. Вот. Этот меч умеет делать так. А, у меня, кстати, тоже что-то похожее было. Показать? Не, не надо. Сейчас покажешь там золотой меч и все расфигаришь. Золотого. И что? Ой! Какого фига ты на моей базе? А у меня тут спаун, давай ты поехать. Ля ты крыса. Ты что толкаешь? Я вообще сейчас не буду никого. Давай ты поехать. Надо задать место появления в мире. Нажимай. Все, попробуй упасть. Ты там появишься же, да? Да. Матюка. Нет, мне нужно его снять, тот меч. Куда я тут спавнюсь? Ну, короче, мне хрень выпала, все. В общем, всем пока, ребята. Форги победил, тут даже сражаться. Так, стоп. Нет, давай драться. Так, ну, только выбрось меч, так нечестно. Из-за этого меча ты бессмертный, понимаешь? У меня даже не будет удара. Я даже ударить не смогу, понимаешь? Так. Тогда я дам тебе фул алмазный цвет. Так у меня и так фул алмазного цвета, чел. Я тебе дам свой читерский меч. Не, не надо. Ну, выбрось меч. Тебе дам самое клевое во втором месте, кроме этого меча, то, что мне выпало. Хуй Шрека? Да. Нет. Все, давай, короче, давай друг к другу строиться. Ты меня не накаутнешь сразу, я тебя уверяю. О, стой, у меня же нету блоков, потому что я как-то вышел, у меня упали. Пиздец, я упал. Ну, у меня есть 300 блоков. Тогда... А, я на твоей базе уже, Хуже, да ну, нечестно, осуждаю. Осуждаю. Нет, стой! Короче, все, давай нормальную битву. Выкидывай меч, ну. Так крысы делают, выкидывай меч. Да еще чего, ты понимаешь, нет смысла, у тебя вот броня алмазная лежит, ты че? Динамит, быстро. Ну, понимаешь, у меня нет сапог и шлема, поэтому... Ты даже... Доломай все лаки-блоки, ты чё? Доломай все лаки-блоки, ты не доломал все лаки-блоки. Да, тогда валенчина. Хорошо. Да убери меч, выбрось. Несправедливо, выбрось меч. Хотя ладно, помогу. Давай я тебе помогу сломать все лаки-блоки. Ладно, я иду, стой, дай его крики возьму. Не, Нурил, у тебя два меча. Ему, ребята, выпало два меча, понимаете? Я набил яйца Моргенштерна. Повезло. Ну, выбрось меч, ну, честно. Как с тобой бить яйца Моргенштерна? Так, ну, го дуэль. Как сделать? Да... О, тотем халявный. Ой, да можно, чё, у тебя был тотем, да. Всё, давай начинаем. Да. Какого хрена, так нечестно. Убери тотем. Да убрал я. Спасибо мне. Надо сжечь мусор. Ты тупой, его только загасили. Ну и что, надо сжечь, потому что я подбираю эту фигню всякую. Все, сжигли мусор. Все, давай, погнали. Ну, убирай, ну. Так нечестно, что ты с мечом сильным. Давай в рукопашную, да? Стой. Давай на палках. На каких палках? Давай уже, давай чем угодно, кроме меча. Раз. Убрал. На кого-то упадет. Опа! Фокус. Видишь, какой фокус? Все, погнали. Давай, раз. Ну! Да ну, убери меч, надоел уже. Убери меч.
где вообще? Давай убирай меч. Давай реально сейчас. Мы реально 30 минут не можем начать, не можем закончить видео. Да убери его. Что? Все, погнали на палку. Да у меня нет палок. Ну тогда ну палка урона не добавляет. Тогда давай руками, ну. Руками. На ринге. Ой, все. На риск. А чё тупой? Я хочу тебе помочь. О, всё, давай. Погнали. Что? А, забыл. Да, давай, раз. Стой. Убирай палку. Давай, в рукопашную, давай. Да чё ты сам в шлеме? Давай. Просто мне некуда деть. Да ну и что, в сундук нет, нет, нельзя положить или выбросить. Давай честно биться. А что? И что, как его открыть? Ну, блок, не надо ломать. Просто вот так выбрось. Спасибо. Хорошо, выбрасываю, все. Все, погнали. Да давай уже погнали. Стой, сейчас выброшу. Сейчас целый час снимаем видео. Понимаете, мы уже где-то 34 минуты видео. Да, все. Давай. О! Боксер. Давай. Ринг. Ты читы искал, чел. Все, давай второй раунд. Раз. Давай, го. А никто не запрещал. Так, блин, они не работают, ну и что? Да не запрещал! Да ну давай! Да нет, я запрещал! Да давай убирай! Ну, захни честно! Пишем форги крыса! Уйди! Ну! Короче, значит, во втором раунде я выиграл! Нет, так кто я без титулов убрал? На руках, всё, понял? На руках давай, на руках. Во втором, в первом раунде, в первом раунде выиграл ты, во втором выиграл я, выходит. Давай. Третий раунд решает. Чья? Да убери, не надо тут ничего убирать. Все, давай, погнали, давай. Давай, без всего этого, всё запрещается, понял? Всё, да. Кроме рук. Окей. Иначе применится... Ну? Ёпсель! Да блин, а как? Да. Читы скачал. 100% читы. Да чё ты меч, давай на 5. Да, последний. Решающий. Давай. Читы скачал, у тебя больше жизни. Всё. Давай, бьёмся. Да, ребят, если мы наберём 50 лайков, пойдём туда. Сами понимаете, будет зрелище. Портал пройдем, да? Вместе мы будем тимиться. Наверное, будем, но это не да? Точно, да? Да. Все, с вами мы будем... Ну что ж, это видео вы поставите на него лайк, а сам был я Форги. И Зефирус. Все, всем покеда. Да, давайте пока.